Итак, всем привет, особенно моим подписчикам из телеграм-канала. Ребят, очень много работы, очень жарко, поэтому, извините, постов немного поменьше, чем в осенне-зимний период. Анонсирую, приехал вот такой вот каблук от Volkswagen, это Caddy, версия TGI на заводском метане. 71 тысяча километров оригинального, 1.4 турбобензин на DSG. Это пассажирская версия. Значит, 2019 года выпуска, куплен в августе 2020 года. Значит, каблук под все нужды, с зимним пакетом, с подогревами сидений. Ну, такая нормальная комплектация, не бомж. Короче, когда пройдет детейлинг, то есть предпродажную подготовку, я сделаю на него полноценный обзор. Поэтому ждите, кому это интересно. Цену я озвучу, наверное, уже в полноценном ролике, так как она мне на данный момент неизвестна. Ладно, ребят, вот такой небольшой маленький ролик-анонс.